А здесь шишка в кузнице. Значит, должен быть дятел. Вот он. Да чего же он хитер? Свою кузницу этот большой пестрый дятел сделал не на дереве в лесу, а на электрическом столбе возле самых изоляторов. Не дятел, а электрик какой-то. А почему бы и нет, если в поселке растут хвойные деревья, а на них есть шишки? Почему бы смышленому дятлу этим не воспользоваться? Здесь и хищников меньше, и конкуренции за корм нет. Стучи себе клювом и радуйся.